Новые подробности в уголовном деле Международного молодежного инновационного форума «Интера». Заместитель генерального прокурора в Сибирском округе утвердил приговор Алексею Борисеку и Владимиру Норкину. 5 лет назад из областного бюджета выделили почти 800 тысяч рублей на проведение инновационного форума. Однако финансы израсходовали не по назначению. Суд признал Борисека и Норкина виновными в хищении денег и приговорил каждого к 3 годам лишения свободы условно. Преступления, относящиеся к категории тяжких, поэтому суд учел все обстоятельства и назначил наказание в виде лишения свободы, однако применив статью 73, то есть условно. Вопрос об обжаловании приговора будет решаться в законные установленные сроки после получения копии приговора государственным обвинителем.